Секрет этого фокуса очень прост. Для начала вы должны намочить водой конец файла. Вот так, видите, капельки. Вот здесь. И после этого, например, ставите, видите, четверку, например. Ставите просто так сверху. Он прилипает. Когда вы смотрите с этой стороны, вот видите, непонятно, она изнутри или снаружи, но зритель так думает, что она внутри файла. Потом, самое главное, суете большой палец вовнутрь файла, а все другие пальцы просто вот так в конце. Так, 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 когда доходите до карты, просто берете за конец файла, держите ее указательным, средним, безымянным и мизинцем карту, а изнутри просто как бы типа придерживаете, типа вы его вытаскиваете. Вытаскиваете, но лучше всего вытаскивать быстро. Вот так, хоп, все. Даже непонятно, что вы его вытащили не изнутри, а вот сзади файла. Далее, как можно найти карту зрителя? Очень легко. Просто довольно много есть способов найти. У меня, например, рифленые карты. Если я одну карту ставлю посередине, то я ее могу легко найти. Вот просто вообще рифленые карты самые легкие. А наш способ, который мы можем сделать, это брейк просто поставить. Допустим, стоп сказал зритель, вот эту карту. 8 пик. Допустим, он говорит еще раз стоп. 8 пик мы ставим. Ставим брейк. И все. Далее берем 1/3. Ставим на стоп. Другую треть. На стол, следующую, и сверху просто накладываем. Потом у нас эта карта, восьмерка пик, она наверху. Мы можем просто сказать, ну, некоторые фокусники подыграть, все что хотите, может сказать даже некоторые фокусники одну карту всегда ставят вниз после того, что он не тасует карты. Все. Далее ставите. Они прилепляются. И вытаскиваете, я вам показал. Всем спасибо за внимание. До свидания.